Выхлоп КАМАЗа стал причиной аварии, в которой погиб человек. Как сообщают в полиции, в Новосергиевском районе столкнулись автомобили ВАЗ и АК. Водитель малолитражки погиб на месте. По предварительным данным, колонна автомобилей пропускала через дорогу сельхозтехнику. Когда проезд освободился, АК не стартовала. КАМАЗ объехал ее, двинулся дальше. Следом ехал автомобиль ВАЗ. Он-то и врезался в окошко. Как позже пояснил водитель полицейским, он просто не увидел маленькую машину из-за клуба выхлопных газов КАМАЗа. О происшествиях и криминальных новостях продолжим рассказывать в нашей рубрике «Ориентировка». За смерть пешехода 2 года условно. В Орске вынесли приговор водителю трамвая, который сбил женщину на пешеходном переходе. ДТП произошло в ноябре прошлого года. Тогда трамвай не только сбил пешехода, но и протащил женщину по путям 15 метров. Пострадавшая умерла в реанимации через 3 дня. Водитель трамвая на суде свою вину признала, раскаялась и добровольно возместила материальный и моральный ущерб. Родственники погибшей просили строго не наказывать водителя. 2 года условно. Такое решение вынес суд. Кроме того, на этот срок ей запрещено управлять транспортом. Долг золотом красен. Судебные приставы арестовали украшения бывшего лидера финансовой пирамиды C-Safe Invest Татьяны Горыниной. Сама женщина уже осуждена. Она уговаривала людей инвестировать деньги за рубеж. На ее удочку попалось 84 оренбуржца. Ни о чем не подозревая, люди вкладывали деньги в ее компанию. В итоге они уходили самому организатору. Таким образом, женщина задолжала 52 миллиона рублей. Ранее судебные приставы Оренбургского районного отдела арестовали у должницы имущество на сумму 698 тысяч рублей. С целью погашения оставшейся задолженности судебные приставы арестовали золотые украшения на сумму 2 миллиона рублей. Данные золотые украшения были изъяты в процессе обыска сотрудниками правоохранительной системы в рамках уголовного дела. Все данные украшения будут оценены и после официальной оценки переданы на реализацию в счет погашения задолженности. Немедицинский метод. 3 года заключения получила врач Новотроицкой колонии за то, что пронес героин на территорию тюрьмы. Медика задержали на контрольно-пропускном пункте летом, когда он шел на работу. У него обнаружили почти 9 граммов героина. Наркотик он нес одному из заключенных. При вынесении приговора суд учел положительные характеристики врача. Теперь 3 года уже бывший медик проведет в колонии общего режима.